как это происходит? Просто... Взаимодействие это... с режиссером, я имею в виду. Это, скажем, такой самый важный элемент притирка. На самом деле происходит притирка. Одно дело, когда ты общаешься с человеком, который уже, там, скажем, снял большое количество фильмов, он, может быть, может тебе как пример, в качестве примера привести один из своих. Но если это новый какой-то парень или девочка, которая очень талантливая, ты просто чувствуешь, что это будет замечательный фильм, и они не могут высказать ничего, для этого существует так называемая темп-скор. Ты им делаешь какие-то маленькие демки под какие-то эпизодики, под какую-то сценку, полутораминутные, минутные, двухминутные, и ты нащупываешь что-то такое общее, которое может вас соединить. И вдруг он пальцем тыкнет и скажет: «О, я это ищу». Все, это уже начало. Это уже начало. Но у вас же, как у композитора, тоже не всегда есть полный материал, то есть смонтированная финальная версия. То есть у вас тоже какие-то эпизоды, да, фильмы? Абсолютно. Вот для этого, конечно, и нужны вот эти самые MIDI-студии. Хорошо, что сегодня есть инструменты, один инструмент, который раньше тебе нужно было иметь, ну, по крайней мере, не знаю, там, 5-6 разных элементов. Сегодня все это в одном, например. Вот я приобрел вот это чудо, Akai MPC-61 называется. Он все в одном, все. И, как называется, Digital Recorder, и Keyboard, и столько там плагинов, столько инструментов, аж даже тяжело себе представить, что это все каких-нибудь там 15-20 лет тому назад. Для этого надо было, ну, другие деньги потратить и оборудовать серьезную студию. Сегодня это просто один keyboard. Сидишь, потихоньку делаешь свои демо в надежде, что они где-то пригодятся. Собираешь такую маленькую коллекцию на будущее. Это нормально. То есть не обязательно под задачу, вы просто пишете, копите материал, а потом куда-то он там пригодится, да? Наброски. Вот художник делает наброски. Композитор делает те же самые наброски, только в музыкальном виде. Это правильно, потому что, ну, многие музыканты, они просто ждут, когда будет задача, и под задачу, собственно, начинают делать. А ты должен быть все время в этом процессе, мне кажется. Абсолютно. Я бы сказал так. Правильно музыканту обязательно писать. Вот просто музыкант сегодня – это не такая горячая, как говорится, hot item. Не все ищут музыкантов. Но музыкант, который и композитор, и аранжировщик, и, может быть, какой-то организатор – это уже правильная комбинация. Сейчас сильно смещен фокус просто в сторону социальных сетей, самопрезентации артиста, ежедневному присутствию. То есть это, я веду к тому, что это работа, которая занимает на самом деле очень много времени. И может быть, я не знаю, но может быть, стоит просто вернуться к истокам и все-таки заняться музыкой как музыкой и немножко оставить в покое вот эти все остальные аспекты. Абсолютно. Абсолютно верная итоговая оценка того, что происходит. Надо меньше тусоваться и больше заниматься творчеством. Я согласен. Может быть, не обязательно писать эти наброски. Может быть, они созревают в своей голове. Может быть, в один прекрасный день они выльются во что-то. Но лучше слушать музыку, чем заниматься ерундой в соцсетях. Ну, как минимум, вырвать себя из потока этого, из бесконечного инфопотока, в котором ты творить не можешь, потому что, ну, у тебя мозг занят все время чем-то, да. Абсолютно.